Поплавать рядом с домом кораблем, поймать удачу рядом с домом подковой. Названы 10 причин посетить Ивановскую область. Специалисты Департамента культуры и туризма подвели итоги конкурса на определение самых ярких достопримечательностей региона. Свое мнение могли высказать все желающие. Поступило свыше 1000 заявок. Наиболее активно участвовали жители Родниковского района. По итогам конкурса был составлен рейтинг. Под номером 1 – Парская ярмарка с ее незабываемыми калачами. Далее в списке оказались живописные пейзажи Плеса, Волжский бульвар в Кинеш, лаковая миниатюра Палиха, Шуйская колокольня Воскресенского собора и фестиваль Лука в Лухе. Поступали неожиданные предложения. Например, внести в список Юревецкую окрошку или музей необычных скульптур на полигоне ТБО в Шуйском районе. В этом году конкурс предполагается провести снова, но в ином формате. Будем его расширять. И я думаю, что юбилей 50-летия маршрута Золотого кольца найдет свое отражение в конкурсе, и акцент мы сделаем не на места конкретные, а на туристские маршруты, которые можно будет составить по итогам этого конкурса.